Всем привет! На правах рекламы хочу записать видео о новом сайте, приложении, скорее, надо сказать, для игры в нарды, короткие, длинные, а также разновидности хачапури. Вот. А это приложение разработано для мобильных телефонов, но я вам покажу небольшую хитрость, которую я сумел сделать. Я запустил вот такое приложение LD Player. Его можно скачать с соответствующего сайта ldplayer.net, по-моему, называется. Вот, что оно делает? Оно установится на компьютер, и вы можете компьютером пользоваться как мобильным телефоном. Это очень удобно. Вот, то есть оно превращает ваш компьютер в маленький подобие планшета или мобильного телефона, как вам будет угодно. Вот, на нем вы качаете приложение, называется оно PPNARTS, и мне там сделали клуб, инициативные товарищи, вот, и вот такое вот приложение PPNARTS. Оно запускается, ну, надо сказать, что вначале, если у вас не очень мощный компьютер, это может все немножко тормозить, у меня все равно тормозило, у меня не самый мощный компьютер, я сразу говорю. Вот, но в целом, знаете, все установилось, все работает, вот, смотрите, немножко глюч, то есть в том плане, что 10 секунд надо ждать, пока все запустится, пока все, ну, и сейчас у меня ресурс записи еще идет на Zoom, поэтому на самом деле все немножко медленно происходит, вот, но, в конце, в принципе, все загружается, то есть сбоев нет, ошибок нет, то есть все работает, все проверил. Так, вот это ID моего клуба, 7 единиц. Это рекламное сообщение, поэтому спокойно можете записывать. Связь со мной по WhatsApp и Telegram я оставлю в комментариях, ну, или в описании этого видео. Вот, как, что надо сделать, соответственно, надо зайти на главную страницу приложения. Здесь у нас должно быть много-много-много клубов. Здесь забиваете поиск, введите ID клуба. И тут, соответственно, 7 семерок. Нажимаете «Вступить». Вернее, 7 единиц. Пардон, 7 семерок. 7 единиц. Нажимаете «Вступить». А ID рекомендации можно ничего не писать. Появляется такое сообщение. Я такой-такой-то. А, кстати, ну до этого, естественно, как и на любом сайте, должны пройти регистрацию. Вот, появляется сообщение для клуба, кто вы такой, вот, и, соответственно, вы вступаете в клуб Витачайка. Почему надо вступать, объясню, потому что он намечается, начиная с 30 числа, то есть послезавтра, интересные турниры. Здесь курс фишек, одна фишка 100 рублей, соответственно, турниры, в которых отсутствуют 50 фишек и 100 фишек. Первый турнир будет 17.00, соответственно, а второй 19.00. Вот, с турниры, ну, стоят недорого входные, одна фишка и две фишки. Две фишки, на которые по 100, и одна фишка, которая по 50. И каждый день они меняются, то есть в один день длинный и короткий, второй день короткий и длинный. Вот так вот, если вкратце. Они будут идти, ну, большую часть января, скорее всего, ну, с 30-го они начнутся. Каждый день в 5 вечера и в 7 вечера они будут идти. Так что welcome. Это, скажем так, не халява, но очень близко к халяве. То есть в том плане, что вход очень небольшой, а призовые довольно крупные. Поэтому каждый день вот такие вот интересные турниры. Так что вступайте в мой клуб, друзья, 7 единиц. Платформа новая, я думаю, она будет развиваться. Я очень надеюсь, что они сделают полноценную компьютерную версию. И можно будет играть с компьютера. Теперь с телефона все очень легко играть, как вы поняли. Надо просто найти PPNARTS. Вот. А с компьютера, соответственно, он называется 7 единиц. А с компьютера, соответственно, все не гораздо сложнее. Надо установить вот такую
программку LD Player, которая называется, и с помощью нее заходить и играть с компьютера, как вам больше нравится. Тут все клубы объединены в союз, поэтому игра может вестись, ну, с моего клуба, как и не все, а многие клубы, скажем так. Внизу, смотрите, довольно крупная игра идет в Хачапури. Кстати, можно посмотреть, как это происходит. Происходит это вот так. Я врать не буду, я даже правила этой игры не знаю. Я не знаю даже начальную расстановку этой игры, поэтому не буду вас обманывать, что я что-нибудь понимаю в этой игре. Я вообще ничего не понимаю в этой игре. Вот, но понимаю, что они играют довольно дорого, по 40 фишек. Ну и три человека наблюдают. То есть можно наблюдать за игрой, можно заходить. Можно самим, кстати, создать игру и попытаться сыграть на одну фишку. Может, кто-то сядет. Тут перетаскивание фишек происходит drag and drop. То есть что это означает, что вы держите фишку и ставите на нужное вам место. То есть, другими словами, вы не кликаете на непосредственную фишку, а просто берете ее и ставите туда, куда вам надо. Ну, если, соответственно, две фишки, то есть две фишки ставите туда, куда вам надо. Вот как-то так. Боюсь, что в это время я записываю очень рано утром, проснулся, решил записать такое рекламное видео. Боюсь, что в это время никого нет, поэтому мы не дождемся своего партнера. Но в целом, я думаю, суть вы уловили. Суть несложная. Вот. Если вы хотите играть с компьютера, это несложно сделать. Единственное, что надо загрузить LD-плеер и на нем установить приложение PPNAR. Дальше, пожалуйста, играйте с компьютера. Но предупреждаю, что компьютер должен быть мощный. То есть слабые компьютеры, они не потянут. Просто вы не сможете полноценно играть. Ваш оппонент будет ждать по 15 секунд, чтобы вы сделали ход. То есть это будет довольно-довольно тяжело. Вот в целом так. Вступайте. Сегодня 28-е. У вас есть сегодняшний, завтрашний день и часть 30-го числа, чтобы успеть подать заявку в мой клуб, зарегистрироваться и начать играть в турниры по длинным и коротким нардам. Вот, как-то так. Спасибо за внимание. Рекламный ролик на этом заканчивается, потому что оппонентов у нас нет. И боюсь, что сейчас придется очень долго ждать, поэтому мы пока не будем этого делать. Но в любом случае вы можете сами потренироваться, если будут какие-то вопросы, я оставлю контакт, так что звоните, пишите. Welcome. Все, спасибо.